there was a secret chord that David played to please the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. У нас сейчас времени уже, наверное, 2:30. Мы сейчас поедем, сделаем класс по вождению. Лия у нас очень устала, она пообедала и теперь хочет спать. Мы с Ашером сейчас покатаемся на машине, потом мы хотим поехать опять в молл уже, в другой, и посмотреть для Ашера там обувь. Серьезно. Вчера мы купили ему сандали, а нужна-то обувь ему. Серьезно, на самом деле. Блин, эта кошка меня уже задрала там. Она сегодня пыталась утащить мою еду. Люша у нас в памперсе. В смысле, без штанишек, потому что очень она плачет. И я ее не вытаскиваю из коляски. Хочет спать. Очень хочется завтра скорее опять искупаться, классно, так и по жаре. Я очень рада, что я сейчас не пила никакую колу, буду полностью сконцентрирована на дороге. Вчера я после мола выпила колы, и меня прям трусило, то есть все мое тело сгорало от того, что во мне было очень много энергии. Сегодня я решила не допускать эту ошибку, и сейчас я себя чувствую нормально. We can go? Лешочек у нас уснул сразу же. Своими друзьями. У нее Минни и новенькая Даффи со вчерашнего вечера. Ашер, заливай бензин. Все, уже залил. Что-то хотела вам рассказать сейчас. Да, я живу в Лате, я сейчас веду машину. Несмотря на то, что сегодня воскресенье, это первый день рабочей недели в Израиле, город просто пустой. Настолько тьфу-тьфу-тьфу комфортно водить, здесь нет туристической зоны. Как будто бы это шаббат, шиши-шаббат у нас в Хадере. У нас в Йом-Ришон, в воскресенье, уже просто кишит вся Хадера людьми, как будто в муравейнике, особенно в центре города, да вообще повсюду. Короче, куча народу, кричат, все орут, куча машин. Здесь такого нет, это офигенно. Тут водить одно удовольствие. Мало того, что здесь все очень красиво, ухожено, но, в принципе, не слишком сильно отличается от Хадеры. В Израиле все города очень похожи, и очень приятно водить. Как будто бы мы здесь одни, практически. У меня до сих пор ощущение, что сейчас выходные. Your faith was strong, you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. It's everything what you have, Baba. Это тут Баба. Да, Люша. Why do I always give you this woman socks? It's so funny. You know that women wear it in Russia? Yeah. Ашер свои носочки. Ашер все еще не сдается купить себе какую-нибудь нормальную обувь. Ух ты, вот этот цвет классный. New Balance. Okay. Made in the USA. Why you put your belt for babe, Mazi? You want to wear second one? Perfect. Do you like color? Какая ваша нога, какая у меня. Чуть-чуть маленькая. Ашер забыл поставить банку. Пангу, чтобы оплачивать парковку. А иначе мы уже здесь полчаса, наверное, за просто так, за бесплатно. В общем, мы купили Ашеру две пары обуви, очень классные. Хикимот Touch Palms. It looks everything very nice. Вау, Тюня. Мы идем к машине, очень жарко. Ашер не нашел возле пляжа место, которое называлось Багет, что-то там. Багет с шницелем, который он ел раньше. И он расстроился. Мы идем сейчас к
машине, очень жарко. Чуть не потеряли Люшину игрушку, она ее выбросила по пути. Очень вовремя спросила, а где же Даффи, наша утка? И оказалось, что Даффи уже далеко, там километр от нас валяется. Спасли Даффи, в общем. Как здесь очень красиво, очень нравится мне тут. И несмотря на то, что это туристическая зона, и здесь, в принципе, должно быть все очень оживленно. Здесь все очень спокойно. Пашер пошел для нас купить еще попить. Мы ездили сейчас где-то часа два назад в горы. Пашер меня повез, точнее, он заставил меня его повезти. И я начала бояться очень сильно. И Ашер увидел это и сказал, хорошо, я не буду тебя прессовать, я не буду тебя мучить, разворачиваем машину. В общем, мы какой-то километраж проехали в горы. Что меня очень пугало в этих горах, я вам покажу вид и буду рассказывать историю свою. В общем, в горах меня напугало то, что дорога мне совершенно незнакомая. Скорость должна быть большая, машины встречные, очень узкая дорога, в общем, как-то стрёмно. И дорога вот так вот идет, извилисто. Сейчас мы решили, что Ашер сам туда поведет, мы посмотрим, как там, красиво, что-то снимем. И, может быть, через день я уже туда съезжу, в смысле, за рулем буду. Обезьянка. Ну, билет это один класс. Прикольно. Can you give me the try? This is autodavar. Да? Both. This is evil. Hallelujah. 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 Baby, I've been here before. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew ya. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Ашер довез нас до самого дома и развернул машину сейчас. Буквально секунду назад мы были почти дома. Почему? Потому что он хочет купить себе ремень на штаны. Штаны. Алло, кисон. Кисон привет. Туристик зона? Да. Йоу. Вау. Наш позапрошлый визит с Ашером мы останавливались в одном из этих там отелей. Вот я не могу туда ткнуть правильно. Но вот видите, там большие такие отели. Гуща такая. Туристическая зона. Мы до дома приземлились. Очень много Ашер опять накупил всякой провизии, еды, памперсы взял для Ли, обувь себе взял, так что я сейчас буду все раскладывать. У нас уже вечереет. Экзотика тут вовсю. Люша, блин, соса, надо сейчас ее отбирать. Я ей обычно даю соску только на сон. Но сейчас я ей давала соску в машину, потому что она начала нервничать, в общем. Надо сейчас отбирать, Люша будет очень плакать. Need to give you, Каха. Be careful, some juice. На, take, take, take.